Всем привет, с вами сайт Soulfinder. И сегодня у нас в студии кроссовки Jordan Alpha 3% Hoop. Кроссовки являются ремейком тренировочной пары просто Jordan 3%, которая вышла в году, наверное, в 2000-м. Сейчас производитель решил нас порадовать, выпустив визуально аналогичная модель, но по сути по своей другую. В первую очередь, это неплохая обувь от Jordan Brand. Выполнены они из такой кожи, крупнозернистой, так скажем, серого нубука и синей пены. Довольно плотный. Вставки полупластиковые. Цвет напоминает знаменитые Jordan 13 Flint Grey. Напоминает. Скорее всего, с них он и был слизан. В пятке баллон Air Max, выдающийся по двум сторонам. Шнуровка довольно высокая и интересная. Всего здесь 8 петель и одна скрытая, как у Huarache, Hyperdunk и так далее. Вот вы можете видеть внутри вот петля. Она помогает очень хорошо фиксировать ногу, фиксировать кроссовок на ноге, поддавливая их вниз в этом направлении. Большой логотип Jordan здесь и на язычке. Рисунок подошвы — стандартная елочка с элементами декора. Здесь внутри тот же самый материал пены. В общем, очень мягкий. На пятке точно такой же рельеф. В принципе, эта модель просто Jordan Brand, качественные, симпатичные, без каких-то особых технологий сверхъестественных. В них бегал Майк Биби, пока больше никто не засветился, если мне не изменяет память. Единственное, чем они примечательны, это тем, что их сделали по тренерам 2000 года, примерно 2000-го. Но если бы сейчас они захотели запустить непосредственно тренеры снова в продажу, начали бы конкурировать сами с собой. После альфа-тренеров, альфа-тренеров Max, LX-тренеров 2011 года, производить что-то тренировочное еще довольно бессмысленно. Поэтому это вариация на тему. Модель можно найти в нескольких других цветах: бело-черно-золотом, полностью черным. То есть каждый, если захочет, может найти вариант для себя. В принципе, модель можно назвать полубюджетной, потому что это кожа, подошва, баллон Air Max на пятке, кроссовки Nike такие. С такими технологиями стоили бы долларов 80, максимум 90, наверное. Но это Jordan, Jordan Brand, и поэтому чуть дороже. Возможно, на нашем сайте появится обзор данной модели, но точно сказать не могу, поэтому следите за обновлениями на сайте. Читайте новости, пишите свое мнение. С вами был Серж, сайт Soulfinder. Всего доброго.